Challenge accepted. King of the Hill. Triborg. Kumbla. Fight! Triborg wins. Pay your respects. There is a new king.
Ja. Tschüss, mal schön lieber. Давай, давай, пригласи, нету времени. Заходи в комнаты. Не, просто устал, я сегодня очень долго играю уже. Сегодня рано пришел домой с работы. Жду, когда танцор пригласит меня, да. Просто в комнате сижу, бывает крайне. Да, есть, но закончил одно геморройный заказ. И вот типа решил отдохнуть. Что с тобой? А что ты хочешь? Да, конечно, ну, софт, мобильный, там сайты, там. Давай. Не, давай, пока играем, пока еще полчасика, наверное. Давай. Нет. Но он играет. Скорпион. Ничего, нормально. Это не ЦГ, это не ЦГ, это один на один. Да вышел уже. Хочу, давай, ЦГ. Хочет ушатать. Бесплатно ушатать.
бесплатно начинается. Куда дошли, да? Что мы так даром ушатали? Ну, если заплатят, то все окей, да? Ну, типа, заплати, ушатай, вот никаких проблем. Но за даром. Там они думают, ты хороший человек, да еще и программист. Программисты ушатать хотят. Для кого хочешь? Давай, 4 тут будет. На всякий крайний. Да еще позовут. Да. Идет, куда он денется? King of the Hill. Легко упитать. Кунг лау. Ну чё? Скорпион. Да не... Да нет, это... О, я, поскольку мои друзья всегда говорят, что как слышишь, там появляется такой плохой друзей. Кто-то опоздал. Завтра будет какой-то демонстрационный геймплей, да? Что будет завтра? 17-го, да. Геймплей будет?
с русскими. Да. Round one. Fight! Последнее время читает хотя бы раунд беру. Даже гадал выиграли, что такой раунд. Так он вау, блин. Pay your respects. У всех так. There is a new king. У тебя и у меня рискованные движения в конце. Да. Scorpion. Kung Lao. Scorpion. Маме? Ага. Значит, ты долго. Раунд 1. Файт! Ну, позови твоих коллегей, монстров и всех там. Yeah.
выигрыш мы сделаем, да? Round two. Fight. Хотя вот у этого кумгла получше получается наказывать свою лауру. Кунжин медленный, им не получается. Ни разу не наказываю, вот очень редко. Хотя пальцы кунжина больше. Round one, fight! Наказал, ну плохо наказал, нужно там свой забрать. Я просто пальцы уже сегодня столько тренировал, вот это этим хочу наказать, потому что это быстрый, самый быстрый у кунгла вот эта серия. Чё? Кунгла! Трайборг!
Round one, fight! Round two, fight! Triborg wins. Pay your respects. Throne defended. Ладно, я сейчас играю на победу и ухожу. Да, время теряем просто. Время теряем. Не, давай, сегодня с каких-то раз вы... Я пойду уже, ты будешь вызывать своих... Да, Триборг. Там... У тебя сейчас новые друзья, ты с профессионалами начал общаться, забьешь с нами играть, будешь высоко смотреть на нас, типа вот, ребятня, посмотри, с кем я шарю, с кем я тусую. Fight!
Пойдешь к мужику и скажешь, что ты сегодня попал. Ой, да я знаю, что ты уже с ним вот, как говорится. There is a new king. Да, конечно. Это же ты же избранный у нас, Нео. Это не имеет никакой реальности. Конечно, ты же разок ушатал его, значит, это вот наш. Да. Немногие могут хвастаться. Да, случайно. Round one, fight! Я с этого ушатаю, еще раз тебя ушатаю и пойду спать. Пока. Завтра 17 или 16? Throne defended. Ислам. Завтра, скажем, в Америке, да, пройдет? Ночью будет? Завтра ночью будет или послезавтра ночью будет? Послезавтра, да? Сегодня. Завтра, что ли? Ночью. Джейсон Воорхис. Блин, ну это 17 января, это большое 24 часа там. В Америке же ночь у нас, да? Или завтра ночью будет, или послезавтра. Oh.
Захват не сработал. Когда же закончатся эти пятерки, двойки? Никогда не устали. Трайборг. Да, там годы у меня. 10% мало здоровья у нас. Такой код, что незаметно, знаешь. Round one. Fight. Ох ты. Своим кумиром. There is a new king. Это миллион, знаешь, вот такой. Ну, дребедня, знаешь. Ты же с Муркой играешь. Мурка сейчас увидит и с тобой не будет играть. Трайборг.
типа нас, да? Джейсон Борнс. Мерзами. Я попузатее, чем ты. Ай, блин. Да. Да, да. Готов. Ну ты давай заканчивай. Пока Мурка не хочет тебя. Ты... Не нравится тебя, то уже... Я-то еще раз не могу победить, что ребята... Ладно, Ислам, давай спокойной ночи. Хорошей игры тебе. Угу. Давай, давай, друг. Угу. Встретимся завтра. Да, давай, пока. Угу. Я не видел тебя. Если я бы видел тебя, я думал на работе. Я, если когда я вижу... Да, конечно, я же вижу тебя онлайн, пишу. Конечно. Угу. Ну ладно, давай пока-пока. Спокойной ночи.